Наверняка многие автолюбители сталкивались с такой ситуацией. Выходишь к своей машине, а она уезжает от тебя на эвакуаторе за неправильную парковку. Сегодня мы узнаем, а можно ли угнать свою собственную машину с эвакуатора, если ты не профессиональный каскадер, а самый обычный человек, вроде меня. Я хоть и не настоящий каскадер, но Илья профессиональный все-таки постановщик спецэффектов, поэтому машину мы сделали по всем правилам киношных. Ну, мы немножко подготовили, трюков, скажем так, да. Что вы сделали, каскадер? Чтобы наш ценный ведущий не убился. А это же штатное сиденье, в Ниве они, по-моему, другие были. Ну, это гоночное сиденье, понимаешь, да, чтобы оно сохранило твою спину в случае, так сказать, непредвиденных моментов. Вот тебе, кстати, шлем. Потому что вообще нельзя в закаркашенной машине ездить без шлема. Да? Голова может заболеть. Закаркашенный, ты имеешь в виду, да, этот каркас? Да, ты видишь, вот труба сверху, да, стоит. Мы поставили туда каркас небольшой, такой достаточно легенький, но он, собственно, защитит тебя от переворота. То есть, если машина перевернется, ты не погибнешь. Ты видишь это, да? А почему так бензином пахнет? Вот видишь такой красный ящик, да? Есть, да. Это специальный бак, который взрыв безопасный. Вот. То есть, если вдруг машина перевернется, он не даст топливу пролиться, потому что там специальная губка есть, да? Она его держит, то есть топливо держит. Ну, как бы такой, знаешь, не дает ему расплескиваться. И он не взрывается. Это такой... Ты меня успокоил, правда, не сильно. Ну что, я пошел. Как-то тесновато здесь. Слушай, ну так задумано. В кресле должно быть тесно. То есть ты не должен шевелиться в нем. Я и даже при всем желании бы, я думаю, не смог. Ну что, давай. Вперед. Давай. Погнали! Но это было немножко страшнее, чем оказалось на самом деле. Удар был не такой сильный. Правда, не знаю, что там сзади у меня получилось. Но, в принципе, если уж приспичило угнать свою же машину с эвакуатора, то, в принципе, это сделать возможно. Но если, конечно, бампер не жалко. Убедившись в безопасности этого эксперимента, мы решили увеличить скорость до 60 км в час. Ну что, трюканул? На! Ну, смотри, о, без последствий для этого замечательного автомобиля. Фу, жарко только. Ну, конечно. Ну как, слушай, ну вроде ничего. Слушай, ну смотри, ты четко по тягам прошел, собственно, бортом. Видишь, след остался. То есть не очень достойно выдержал. Ну, отлично. То есть и даже бампером ничего не задел? Ну, ты передним бампером чуть зацепился, но я не думаю, что это проблема. То есть я думаю, что это лечится вот так. Все, 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 не перелечи, не залечи пациента. Как новое, слушай. Да. Глазки чуть подправить и нормально подкрасить.
Представьте ситуацию. Вот, ну, вы смогли догнать этот эвакуатор, залезть в машину, там, съехать с эвакуатора. Все, счастье вроде бы, да? А тут вы понимаете, что машина-то не ваша. И надо каким-то образом... Вернуть. Вернуть. Загнать на эвакуатор. Опять же на ходу. Если у него вот эти вот сходни опустить. Главное, чтобы они фиксировались. Все. Фиксатор есть. То есть мы предполагаем, что он ехал с открытыми сходнями. А что тебя остановит впереди? Впереди? Ну как что? Целая кабина с водителем есть. Ну, я буду осторожненько. Не очень быстро. Было страшно. Реально было страшно. Но потом так внутри для себя. 3, 2, 1. И поехали. Ты даже не врезался ни во что? Нет. Красавец. Ну теперь ты так каждый раз будешь заезжать. Ну, в принципе, можно и на большей скорости заехать. А главное, тут же относительная скорость между машинами. Ну, конечно. Да? Вот мне кажется, я нашел как раз оптимальную, ту, которая вот получается. Не, ну заехал ты мягенько на самом деле. Что следующее ждет эту машину? Следующее? У нас для нее приготовлена неординарная участь, я тебя уверяю. Окей. Мужики, тут где-то была Нива припаркована, не видели? Ну нет, так нет.